10 марта в високосный год отмечается народный праздник Порфирий Поздний. В невысокосный год этот праздник отмечается 11 марта. В церковном календаре это день почтения памяти святого Порфирия, архиепископа. Другие названия этого праздника – Порфирий, День Порфирия, Птичий день. Название праздника «Поздний» было связано с переменчивой погодой. Хотя весна и приближалась, доверять раннему теплу было нельзя, так как за оттепелью обязательно могут ударить морозы. На Порфирия мудрые люди говорили: ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет. Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков была еще велика. А если вдруг ударит холод, все посевы могут погибнуть. Согласно народным поверьям, на Порфирия Позднего не стоило знакомиться с девушками и женщинами. В народе считалось, что в этот день в них может вселиться кикимора. Ее цель – заморочить голову мужчине, соблазнить, увести с собой и отобрать силы. После такой встречи можно лишиться и жизни. О погоде судили по поведению птиц в этот день. В народе считалось, что если перелетные птицы уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда. Если они располагают свое будущее жилище на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным. И наоборот, если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит и люди могут рассчитывать на погожие дни. На Порфирия любители птиц устанавливали на деревьях домики и кормушки. Особенно сильное влияние на человека в Порфирьев день оказывали минералы и камни воздушной стихии. Агат, берилл, яшма, топаз, аметист и сапфир. Если имелось украшение с такими камнями, нужно было обязательно его надеть. Такой амулет или оберег никогда не показывали другим людям, чтобы не потерялась его сила. В полнолуние этот амулет доставали из укромного места и говорили: «Сила святая, сила золотая, амулет, оберег мой, прибудь повсюду со мной, во имя Отца, Сына и Святого Духа». Какие существовали народные поговорки и приметы в этот день? Согласно народным приметам, если с утра туман стоит, жди непогоды. Если он опустился вечером, к погожему утру. Если внезапно пошел снег, значит летом будет много осадков. Разгулявшаяся вьюга обещает дождливое прохладное лето. Если ночью небо безоблачное с яркими звездами, то летом будет много гроз. Голуби воркуют в этот день к теплу. Согласно народным поверьям, на Порфирия Позднего нельзя брать в руки веревку. Также в народе считалось, что родившихся в этот день ожидает в жизни большая любовь.